Привет, хотел поделиться опытом тех, кто ремонтирует Common Rail Delphi. Значит, у нас такая ситуация. L135PBD распылитель, у него вот такая игла, вот такой вот формы. С таким, как бы можно сказать, двойным носиком таким. Вот такая, да? Она вот с этой форсунки вот. EGDR 00504Z 4SMQ 9K546-BD. А есть такой распылитель. У нас он идет L134PBD. И игла вот такая. Иголочка вот такая. Совершенно разные запчасти. Иголочка другая. Тут остренькая, с таким как бы порожком. А тут такая. Вот. Значит, здесь было? Человек поставил форсунки другие. Вот эти. А, это запчасть 134. Она идет вот под эту форсунку. Вот. EGDR 00502Z 3SMQ 9K546CB CB. А человек поставил вместо этой, поставил 504Z. И машина заводилась только на холодную, хорошо. На горячую не заводилась. Заводилась, но когда постоит час, полчаса. А когда поменял вот эту форсунку на вот эту по ВИН-коду, машина все отлично заводится, все великолепно. Расход в норме, все окей. То есть вот эта запчасть и вот это разные запчасти. Ставьте родное, потому что даже невооруженным глазом видно, что иглы разные. Вот. Эти иглы, кстати, идут на Ягуар, вот эти распылители. Они на Ягуарах стоят, 504-е. Вот. Вот так вот, такая деталь. Маленькая, но удивительная. Так, покажу еще раз, на что обратить внимание. Разные вот эти, видите, вот разные и разные, видите, вот разные иглы. Так что обратите внимание, будьте внимательны, ставьте то, что по ВИН-коду идет по заводу. Всем удачи, всего хорошего, благословений, пока.